В актовом зале облуправления милиции свободных мест нет. Увидеть нового начальника собрался и личный состав, и журналисты. Целый час томятся в ожидании. Вот новый руководитель. Но поздравления и цветы получает бывший начальник Михаил Мартынов. Теперь генерал-майор будет работать в столице. Но на какой должности, министр не уточняет. Михаил Данилович переходит на работу в центральный аппарат. Он будет работать в МВД Украины. Мы уже привыкли, что Харьков является кузницей милицейских кадров для страны. Поэтому, Михаил Данилович, удачи вам на новом месте. Не подведите ни министра, ни министра. Виктор Козицкий в органах прошел путь от участкового до замначальника областного управления милиции. До недавних пор он занимал эту должность в Запорожье. Прошу любить и жаловать, он вливается в вашу харьковскую милицию. Он прошел и все ступени, он, я думаю, не менее профессиональный, имеет знания, как и ваш бывший генерал. Поэтому, я думаю, найдете здесь полное взаимопонимание по всем вопросам. И нового, и старого начальника поздравили чиновники. Пообещали полную поддержку и взаимопонимание местных властей. А вот новый руководитель ушел, не обмолвившись словом. Ольга Коростелева, Алексей Калмык, медиагруппа «Объектив».